базовые советы. Начинать занятия можно не раньше, чем через час после еды, и не позже, чем через 2 часа. Перед тем, как выполнять упражнения, обязательно делайте разминку для подготовки мышц к работе. Когда вы выполняете комплекс упражнений, очень важно правильно дышать. Запомните основное правило. В силовых упражнениях на усилие делается выдох. То есть выдох происходит в момент, когда вы преодолеваете максимальную нагрузку. Вдох делается во время фазы с наименьшим усилием. Обязательно пейте воду для восстановления водно-солевого баланса. Закончив тренировку, сделайте растяжку мышц для их расслабления. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч! Give me that.